20 минут о красоте в непростых санитарно-экономических обстоятельствах. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Кабаре Show Girls, как и многие другие развлекательные заведения, в настоящий момент временно приостановили свою работу. И буквально за несколько дней до сложившейся ситуации артисты успели презентовать свою новую программу. Подробности в нашем репортаже. Кабаре, возникшее во Франции в 19 веке и вызвавшее в свое время негодование, сегодня стало своего рода ретро-жанром. Безусловно, пикантным, но при этом не лишенным эстетики. Талантливо сделанное шоу вызывает яркие эмоции и у настоящих поклонников, и у представителей профессионального сообщества. По тем временам это было очень эпатажно, но это и называлось кабаре, где можно было быть свободными, это богема собиралась. Мне интересно вообще, как развивается жанр. Я здесь скорее с творческой миссией. Мне интересно вот с этим жанром познакомиться. Здесь собираются те люди, которые непосредственно из моей сферы, это шоу-бизнес, но и, наверное, это то место, где, на мой взгляд, одни из самых лучших и профессиональных артистов работают. Презентация новой программы «Кабаре Шоу Гёрлз» собрала известных представителей индустрии развлечений. Удивить коллег по шоу-бизнесу всегда непростая задача. Уровень, понимаете, не челябинский. Всегда на высоте костюмы, всегда хореография, очень четко музыка подобрана. Шоу «Гёрлз» выросло, и очень бы хотелось посмотреть за ней, за их успехами, тем более в рамках своей родной площадки. Хотелось бы какой-то феерии, чего-то необычного, как, в принципе, у них всегда самые лучшие номера, самые красивые костюмы. И девочки очень красивые. Номера с какой-то мыслью. Казалось бы, вроде бы просто красиво, но есть какая-то всегда мысль. Одни из немногих, кто чувствует тренд, чувствует там музыку, краски, моду. Поэтому я думаю, что будет что-то новое, что-то интересное. Шоу, которые представляются здесь из раза в раз, из года в год, они действительно на уровень выше, чем все, что представлено у нас. То есть порой даже поражаешься о том, что, не знаю, что-то показали в Европе, а у нас это уже было представлено. Ну, то есть не прямо точная копия, но хотя бы какие-то элементы. То есть все на уровне, все достаточно такие в тенденциях. Вообще до сегодняшнего дня программа была эксклюзивна. Ее можно было посмотреть только в стенах Кабаре Шоу Гёрлз. Это значит, что мы работаем по французской франшизе. И сейчас нам дали разрешение на то, чтобы эта программа могла гастролировать, выступать на разных площадках. Для нас это очень большой, приятный зеленый свет, где мы можем действительно порадовать аудиторию и на других площадках, в других ночных клубах, в других ресторанах, представить эту шоу-программу. Поэтому здесь сегодня ивентеры, эвент-менеджеры, банкетные менеджеры, продюсеры, ведущие, которые могут нас порекомендовать, либо представить нас на своих площадках. Это очень круто. Постановки высокого уровня создаются не только в мировых столицах, а достойные артисты и балетмейстеры есть и у нас. А все благодаря тому, что челябинская публика очень требовательная и искушенная. Но это делает работу в шоу еще более интересной. Если коллекции одежды в настоящий момент времени можно изучать только онлайн, то новинки солнцезащитных очков в специализированных оптических салонах в условиях гигиенической безопасности можно увидеть, примерить и оценить лично. И именно по этой причине мы представляем вам обзор трендов солнцезащитных очков весна-лето 2020. Если тенденция последних нескольких сезонов, даже последних нескольких лет, это круглые оправы, побольше, поменьше, овалы, но все крутилось вокруг круглой формы, то в настоящий момент эта тенденция, она плавно отходит. Отходит плавно за счет того, что все круглые элементы становятся более резкими, более острыми. Кругляши, которые носили последние сезоны, они становятся шестигранниками. Такая очень красивая оправа. Ее называют городской, потому что здесь небольшое затемнение, небольшой зеркальный эффект. И, в принципе, в таких очках комфортно и в помещении, и на улице. Форма лисички, которая присутствовала практически в каждом
сезоне вот на данный момент становится вот такой угловатой. Остается тенденция вот таких маленьких графичных очков. Если когда-то это были треугольники, то сегодня вот такая вот сложная форма, четырехугольная, такие трапециевидные линзы тоже присутствуют в коллекциях этого сезона. Я буду примерять, мне не все идет, мне не все подходит, ну, потому что лица у всех разные у меня, оно в какой-то степени специфическое, индивидуальное, это нормально. Еще одна версия на тему острых углов. Это вот такой вот шестигранник. А в медицинской оправе, как правило, все тенденции присутствуют, потому что люди, которые носят очки, как правило, не ограничиваются одной формой, им нужны разные варианты, они много экспериментируют, они много эксплуатируют очки. Поэтому, если говорить о медицинском направлении, то там, как правило, вот любая форма. Традиционные круглые, но с острыми уголочками. Это вот признак того, что оправа нынешнего сезона. Оправа усложняется многослойностью. Согласно такой вот легенде, очень красивой легенде наших дней, вот эти вот, вот эта многогранность, вот эта вот сложность, она подчеркивает многогранность и сложность личности, которая ее носит. Капли заходили как тренд, и когда очень много носили рейбеновских каплей, они стали уже классикой. И, в принципе, я сама лично ношу капли уже много лет. Достаю, убираю. Вот такие вот они абсолютно не напрягают, и к какому-то образу они подходят. А капли именно этого сезона, они тоже угловатые. Немало в этих коллекциях оверсайза. Такая вот традиционная, их раньше называли телевизоры. И они тоже становятся, в этом случае не угловатые, да, телевизоры, они всегда были с острыми углами. Линия, она ломается, хочется глазу вот так, а дизайнер говорит, нет, будет вот так, чтобы все обращали на это внимание. Для меня вот такие очки ассоциируются чаще всего с пляжной модой. Девушки, которые хоть раз в жизни тратились на косметолога, они потом уже понимают, что такое SPF и что такое дополнительная защита. Да? Поэтому вот в маленьких кругляшочках, как у Джона Леннона, вот этого ничего не будет. Это нужно для имиджа. Вот такие вот надежные варианты. Это то, как нужно выходить на солнце вообще. Пигментацию, дорогие друзья, выводить гораздо сложнее, чем предотвращать. Главная тенденция – многогранники, четкие линии, которые присутствуют и в медицинских, и в солнцезащитных оправах. Как говорят эксперты, эта тенденция сейчас заходит и будет актуальна в течение нескольких лет. То есть сегодня это прямо новинка-новинка. На следующий год их станет больше, консерваторы привыкнут к этой форме, ну и потом еще несколько сезонов она продержится. Так что вот такая вот она, оптическая мода 2020. Телемедицина в Челябинске. Эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике «Источник». Теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно. Телемедицинская консультация будет эффективна в том случае, если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов, назначенных в динамике, или уточнения диагноза, или коррекции назначенного лечения. На сайте клиники «Источник» и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией, как зарегистрироваться и записаться на прием. Нужно зайти на сайт клиники «Источник», найти вход в личный кабинет, авторизироваться через портал госуслуг и, оказавшись в личном кабинете, выбрать нужного вам специалиста, дату, время консультации и оплатить услугу. На этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена. Первичному пациенту на онлайн-приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию, к врачу какой специальности лучше записаться на прием. Пациенту, который ранее не был у врача, к которому обращается на онлайн-консультацию, нужно понимать, что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз, назначить лечение, и дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться, скорректировать или назначить план обследования или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании. Расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций, в том числе и узких – эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других. Это особенно важно для людей, имеющих хронические заболевания.
Вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб «Светлана» объявляет набор в проект «Модель X+». Подробности по телефону 263-57-37. Этой весной, еще до карантина и самоизоляции, когда еще проходили культурные и спортивные мероприятия, представители танцевального спорта Челябинска смогли завоевать престижные награды на турнирах федерального и регионального уровня. Подробнее об этом в нашем репортаже. Прежде чем в нашем городе отменили спортивные занятия, представители танцевального спорта успели завоевать престижные награды в своих дисциплинах. Акробатический рок-н-ролл в Челябинске только набирает популярность, но уже есть хорошие результаты. Так, например, Ксения Гонцова и Владимир Козлов выиграли чемпионат УРФО в категории юниоры и юниорки. Мы существуем всего 3 года. Это, я думаю, небольшой старт, такой неплохой для нашей федерации. Не так давно мы ездили в город Нефтеюганск на Уральский федеральный округ, где пара заняла 1-е место. Пара у нас делится именно на акробатические, но по изменению последних правил у нас практически везде добавилась акробатика. И на полуакробатические, то есть более танцевальные пары. А формейшены, ну, они танцуют только короткую либо длинную программу. Тут больше все зависит именно от ребенка, от его желания и от родителей. Коллеги по Федерации танцевального спорта Ирина Черепанова и Станислав Зелянин впервые в истории стали чемпионами России в европейской программе среди профессионалов. Новые чемпионы России среди профессионалов. Финалисты чемпионатов мира и Европы, всех крупнейших турниров. Станислав Зелянин и Ирина Черепанова. Челябинск. Это самые взрослые титулованные спортсмены, потому что они являются уже к этому данному периоду финалистами чемпионатов Европы, финалистами чемпионатов мира. И они были 4 года парой, представляющей Россию. Они были серебряными призерами чемпионата России. Очень сильное было поколение. 89-90 год рождения, 91-92 год рождения, которые начали действительно в этой школе. Прошли весь путь долгий, юниорский, молодежный, взрослый, вот потом уже профессиональный. Я считаю, что это гордость, это большое достижение не только для Челябинска, Челябинской области, а в целом, потому что звучит город, звучат имена, которые выросли здесь. К настоящему моменту, когда в мире отменены все запланированные турниры, наши спортсмены тренируются удаленно. Но они продолжают общаться с наставниками онлайн, чтобы сохранять свою физическую форму. Технические тренировки каждый производит дома, высылает обратно тренеру. Кстати, и традиционный весенний конкурс «Хрустальная капель» в этом году также проходит дистанционно. Коллективы присылают свои номера на видео. Нами был сделан замечательный номер под руководством Ирины Медведевой и Никиты Гридастова. Замечательный номер, который мы отослали, который прошел уже первый этап. И двигаемся мы дальше в этом направлении. Исполнили его ребята юниорско-молодежной группы, очень замечательно, чувственный, проникновенный, который вызывает действительно и у родителей, и у зрителей, и у всех детей вызывает настрой определенный, буквально мурашки, потому что это то, что есть у каждого у нас в душе, у каждого русского человека, каждого россиянина. Традиционный кубок губернатора Челябинской области по бальным танцам, крупное международное событие, в этом году пройдет в сентябре. Да, мы приняли решение с оргкомитетом Кубка губернатора 2020 о том, что мы проведем его впервые за 19 лет не весной, а проведем его осенью. Но это было сделано нами еще до начала 2020 года, в конце 2019 года, в силу того, что мы предполагали о проведении ШОС и БРИКС и хотели бы, чтобы были сделаны основные приготовления, основное проведение и после уже без суеты и без спешки провести наше соревнование, потому что у нас ожидалось тоже порядка 20 стран. А пока челябинские спортсмены, как и все вокруг, пребывают в ожидании перемен к лучшему, когда можно будет приступить к полноценным тренировкам и снова участвовать в соревнованиях. Это Beauty Time, программа о красивой жизни в непростых обстоятельствах. Продолжаем выпуск. Я Елена Бронникова, и я являюсь бьюти-экспертом. Все свое детство и юность я провела в салонах красоты, потому что это наш семейный бизнес.
дезинфекционный лазер СО2 незаменим для тех, у кого есть неровности кожи. Для тех, у кого есть рубцы, постакне, шрамы, заломы, а также у кого есть растяжки. Во время процедуры происходит термическое воздействие на кожу, косметологи говорят выпаривание. В течение недели старые клетки кожи отшелушиваются и кожа обновляется. Данная процедура является курсовой, но с каждым последующим разом вы видите, что ваш рубец разглаживается, и через несколько сеансов вы обнаружите абсолютно ровную кожу. У процедуры есть противопоказания. Об этом косметолог обязательно расскажет вам на консультации. На этом все. Меня зовут Елена Бронникова. Естественность – это хорошо, но я за ухоженность. Центр косметологии «Мерлин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 268-0507. Центр косметологии «Мерлин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Прейскурант на сайте вселенка.ру. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте luckyschool.ru. Ювелирный бутик «Частная коллекция» представляет уникальные работы ювелирного дома «Моисейкин», шедевры которого украшают коллекции президентов, монархов, премьер-министров, звезд кино и сцены. Эксклюзивный представитель дома «Моисейкин» в Челябинске – ювелирный бутик «Частная коллекция». В настоящий момент работаем в режиме онлайн. Телефон плюс 7 922 705 80 85. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Махфа. Первые для первых. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска.
Сюжеты Beauty Time можно смотреть и пересматривать на YouTube-канале, а обратная связь с нами через Instagram и ВКонтакте. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».